Этот праздник уже давно в компании стал одним из самых главных праздников. Компания уже давно перешла на отработку подземным способом. Вот и Удачинский ГОК, соответственно, в этом году отмечает пятилетие открытия подземного рудника. Это практически юбилейное, небольшой юбилей нашей подземки. Поэтому я поздравляю всех, кто связан с этой профессией. В первую очередь, безопасной, безаварийной работы, новых свершений, выполнения плановых показателей, ну и хорошего достатка. С праздником вам всем, удачи и счастья!